Ребят, всем привет! Мне кажется, лучше начинать неделю с шаблюля, правильно? Нашего любимого, дорогого. И тем более, что у меня целый мешок, который мы никак не досмотрим. Перед вами два антистресса абсолютно идентичных, но размеры разные. Это антистрессы с шпинелью граненой. Значит, фишка в том, что один на 18 с чем-то, а второй на еле-еле 17. Я его надеваю и снимаю с большим трудом. Тот, который 18, он, я бы даже сказала, наверное, даже на 18,5 бы прошел. Восьмерка американская. Сейчас промеряем его. Ну вот, он идет на 19 размер, но он мало мерит. Где-то примерно 2 трети размера. То есть я считаю, что это реально 18 с четвертью. Вот этот... Он 17,4, значит, он реально, давайте его померим еще раз, 17,4, да, это реально где-то 16,8. Но мне он налез на 17 палец. $60, артикул 14,50, антистресс с черной граненой шпинелью. Это номер один. Номер два. Хочу вам показать камень амазонит. Как вы знаете, шаблюль редко вставляет камни, которые не являются базовыми. И я у Кати тогда все, что странное, я, конечно же, тут же отобрала. Вот, например, это кольцо-цветочек, очень красивый, идет с амазонитом. Я же не путаю. Я всегда амазонит и апатит почему-то путаю. D588, секретный артикул, $56. Почему он секретный, девчонки, кто не в курсе, просто все, что начинается на D, E и... Нет, на D, I и K, это параллельная линейка, которая в каталоге оптовом не указана. Это только если вот наткнуться на самом заводе, тогда можно выбрать, и тогда мы знаем... артикулы уже можем дозаказывать дальше. То есть пока мы не видим это изделие, его нигде не увидишь. Поэтому называем секретный артикул из подвала в Мюллера. $56, амазонит, 588D. D это очень важно, как вы понимаете. И размер 18, так он и идет. Американская восьмерочка такая. Довольно увесистое колечко, если кого-то интересует вес. Тоже могу промерить. Ребят, напоминаю, что мои видео можно смотреть на двойной скорости. 12,46 вес. Дабы увеличить количество свободного времени. Так как видео сейчас много всевозможных. И ко всему не успеешь. Очень странное кольцо. Вернее, двойняшки. У меня их тоже два. 25,74 артикул, цена $38. Сейчас мы попытаемся понять, что это такое. Значит, идет вот такое вот кольцо, которое вставляется кольцо в кольцо вот таким вот образом. И вот таким вот образом его как бы носишь на пальце, как бы крест-накрест. То есть вот такая вот интересная движущаяся модель. То есть, если его снять, то оно получается вот такое. Интересное такое изобретение. Прикольненько. $38, 25,74 артикул. Насчет размера я попытаюсь его промерить. Оно мне показывает на 18,5. Ну, оно так и есть. Это восьмерочка, ребята, 18. У меня есть еще одно такое же. Сейчас я посмотрю. Оно разное ли по размеру или то же самое. На мне сидит гизмо и когтями прямо в ногу мне впился. Гизя, сляжь или я тебя выгоню. Так, смотрите. $18. То есть два идентичных колечка. Очень прикольно. На подарок, по-моему, очень мило. Вот, как вы видите. Вот.
Такая интересная штуковина, двойная. $38, артикул 25-74. Так, далее в нашей программе у нас кольцо с тремя мелкими жемчужинами. Лавандовым. Нет, нет, это не лавандовым. Как же этот цвет называется? Кстати, тут над иголочкой. Они когда его полировали. Так, у меня с собой здесь иголки нет. Ну, короче, тут застрял кусочек, видите? Надо это вынуть. Потом я иголкой вынул. В принципе, это вот такой вот очень красивый темный цвет жемчужины. Такой тарелочкой. $48, артикул 2806. И размер 18, мне кажется. Такого еще у нас колечка не было. Вот, это новенькое. Так. Следующее это будет с бирюзой. Бирюза в израильском серебре. Натуральная, но прессованная из крупных кусочков. Вот такое интересное кольцо. Какое тут прямо навороченное что-то. Цена его $55, артикул 2269. Вот такое вот, что-то такое вот, пучина какая-то морская. Прям цунами. Тоже оно не маленькое. По весу оно получается. Давайте глянем, интересно. По весу оно 11,61 грамм. И цена у него, размер у него 17,9, ну, оно 18 миллиметров. Вот такое прикольное кольцо. Тоже никогда не видела. Шаблюль каждый раз удивляет своим многочисленным разнообразием моделей. Так, родонит нашла я у них. Вот такой вот родонит. Это VR80. Что такое VR, я не знаю, но мы должны знать, что это VR80. Его артикул. Вот такой очень красивый, с белой прожилкой. Все, поближе попытаюсь его показать. Так, а чего я свет не добавлю? Сейчас попробую сделать, чтобы было лучше со светом. Вот так вот. Так, чуть-чуть поправим. Все это дело. О! Вот. Такой родонит. Явно 17 размер. 17,6, но все-таки я бы пошла на 17 немножко маломерит. Сейчас скажу вам цену. Так, девчонки, $43 цена. Еще интересное кольцо. У нас недавно были такие серьги, кстати, одну пару купили, одна пара осталась. Вот помните, полувеером. Гизя, ну пожалуйста, ну не ходи здесь. Так, секунду, сейчас будет депортация. Да, пришлось скинуть, но я думаю, это ненадолго, сейчас он опять залезет. У нас здесь есть такая петелька, на ней висит лав. Это мы уберем. Ну, конечно, то, что я сказала. Здравствуй, Гизя, все мы рады, что ты нам фон создаешь. Лав, лав, лав. Вот такой полуцветок, который... Как вы видите, на руке он тоже первый раз я это вижу. Он идет. Ну, давайте подождем. Все, пока Гизя усядется. Сел. Не надо только теперь хрюкать здесь в телефон. Так. Девчонки. Это у них... Какой-то кошмар после моего приезда, что тигра
Вообще просто проходу не дают, спят у меня на голове, ходят за мной по пятам. А еще говорят, что кошки эгоисты. Какие там они эгоисты? Так, кисну, не мешай. Значит, девчонки, еще раз, вот это вот полувеером кольцо с висюлькой, вот реально очень прикольное. Крайне рекомендую. $43. И артикул его 2057. Надеюсь, я ничего не перепутала. О, боже мой. Еще и бодается. 17,9. Это восьмерочка американская. Ну, конечно, нет ничего лучше взять свою голову и в лампу засунуть, и в нее чесаться. Ребят, у меня есть подозрение, что мы сейчас остановимся, и я его выкину. Тогда продолжим. О, улегся. Ладно. Сейчас, конечно, в комментарии всякие злостные ненавистники котов скажут, вы или украшения продавайте, или котов показывайте. Так, $45, ребята, кольцо с рубином. Да-да-да, вы не ослышались, оно, по-моему, единственное. У нас такой был, такая модель была с перидотом, как-то я помню, и всякими фианитиками, и вот они вставили сюда граненый рубин. Очень красивый, висюлька такая, 17 размер. И заказать это нельзя, это одноразовое явление, такое кольцо на 17 размер. Так что, девчонки, не думаю, что у них есть рубины вот так просто вставлять. Это какие-то были выборочные камни на пробу. Он 17, он даже может чуть-чуть маломерит. Это может быть 16,8 запросто. Цена для рубина, по-моему, суперская. $45. И рубин симпатичненький. Так, за $42 артикул 2021 у нас есть вот такое интересное литье с фианитами. Сейчас я его поближе покажу. Вот такие вкрапления внутри. И оно тоже, наверное, 17 размер. А, девочки, боже мой, только сейчас я поняла, это слоны. Это слоники. Так, ребят, ну невозможно. Смотрите, это слоник один, хобот поднят. Слоник другой, хобот поднят. А посередине у них такой мячик. Понятно? Это слоники. О, какая прелесть. Раз это слоники, это, конечно, другое дело. Саша, а я еще сначала не поняла. Так сейчас смотрю, думаю, не поняла, думаю, что это такое. О, сейчас вот вместе с вами рассматриваю. Слоники. Так, все, мое терпение лопнуло. Депортируем. Это была вынужденная мера. Но я его не выгнала, на самом деле. Он тут в комнате сейчас опять придет. Так, еще раз, девчонки, слоники. $42, 2021 артикул с фианитами. Я так подозреваю, что фианиты можно цветные. Ну, как вы подозревали, конечно же, Фантомас вернулся. Так, смотрите, моховый агат. Редкое явление в шаблюле, но тем не менее бывает. И модель кольца тоже мне не знакома. Если честно, первый раз вижу. $40, 14,37 артикул, 17 размер. Вот такая интересная штука. Тоже такое плотненькое. За что я люблю шаблюль, они не экономят. У них все толстое, у них не тонкие проволочки. Моховая гад, кого интересует. Есть его у нас. Еще один амазонит. Как я понимаю, опять же. $33, 902 артикул. Вообще пицка-мицка такая. Очень миленькое кольцо, ребят, очень хорошенькое. И такого вряд ли мы увидим еще раз. Эти все камни обычно серийно не вставляются. Крайне вам рекомендую. И цена классная, и кольцо очень милое. Такой цветочек, сам камешек очень приятный. Размер 18. Да,
Так что очень. Он бы мне не мешался, он не бодался лбом своим и руки не двигал, и лампу. Гиза, лежим, мы сейчас тебя выгоним. Плевать? Плювать он хотел. Так, с амазонитом мы поняли. Хризокола. Тоже большая редкость. $53, артикул 1702. Вот такой интересный перстень. Кстати, очень красивый такой болотный оттенок с голубыми вкраплениями бирюзы. И сама шинка очень удобно сидит на руке. Ребят, ей-богу, я эту модель не помню. R1702, $53. Такое ощущение, что первый раз вижу. Очень красивая модель. И камень классный. И цена, по-моему, классная. $53 за такую хризоколу крупную. Опять же, это не элатский камень. В элате уже нет, к сожалению, разработок. Это хризокола, скорее всего, африканская. Но элатский камень и африканская хризокола – это один и тот же минерал сборный. Просто с разных континентов. Там чего-то больше, тут чего-то больше. Но в целом это медные руды. Интересно. Сама даже удивляюсь. Я уж сама не помню, что отбирала. И последнее. На десерт у нас два кольца абсолютно одинаковых. Эта модель уже фигурировала. Не помню, правда, с какими вставками. $46. Луник. А лунник у нас идет 12,41 артикул. Этот маленький. Сейчас, я даже боюсь, кстати, очень красивый камень, но я его боюсь даже надеть, что я его просто не сниму потом. Это 17,3, но он реально маломерит на полразмер. Он 16, девчонки, с половиной, не больше. Это раз. И второй лунник. Такой же точно. Сейчас глянем камень и глянем размер. Ух ты, он вообще интересно. Смотрите, какой прозрачненький, прямо зимний ледяной каток. И вот он такого же размера точно. Они оба красивые. Этот более прозрачный, тот более белый, но тот с свечением, по-моему, ярче. Сейчас даже вам, знаете что? Давайте сравним. Сделаем геологический эксперимент, гемологический. Вот видите, этот более яркий, а этот более прозрачный. Хотя оба они прозрачны. Короче, классные камни, очень маленький размер. Девчонки, у кого пальчики как у Золушки, обращайтесь. $46, 12,41 артикул. Все, на сегодня новинки все. Я, если успею, я сниму сегодня экспресс 7 минут. Просто очень много работы. Хочу завтра на почте отправить уже первые посылки после моего приезда. Вот. Но очень постараюсь вам все-таки сделать экспресс-видео. Ребята, пока извините, пожалуйста, за то, что мы заканчиваем это видео с видом на заднюю часть моего кота. Но вот такая у нас семья. Зоопарк у нас тут. Пока!